К другим темам. Шестые международные спортивные игры «Дети Азии» станут самыми масштабными по количеству и составу участников за всю историю проведения соревнований с 1996 года. Участие подтвердили 38 стран. Самая многочисленная сборная ожидается из Туркменистана – 199 спортсменов. Во всех видах спорта будет представлена команда Казахстана. Впервые примут участие Афганистан, Гонконг и Пакистан. Отметим, что все соревнования пройдут в Якутске. По итогам вот данной большой проведенной работы мы на данный момент имеем такой результат. До начала февраля, до конца января, начала февраля мы уже будем иметь более-менее полную картину, сколько стран в итоге у нас будет принимать участие. Но хочу отметить, что если в пятых играх у нас принимало участие 27 стран и около 2000 участников, то на шестых играх мы ожидаем уже вот 38 стран и более 3000 участников.